Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Итак, всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Сегодня новая серия на проекте Black Russia. Это получается КРМП Mobile, то есть КРМП на телефоне. Я играю, если что, на пятом серваке Orange, то есть оранжевый сервачок. Поэтому буду вас всех ждать. Серии, пацаны, конечно, выходят не сильно часто, потому что КРМП на телефоне очень сложно записывать. Я вам сразу об этом говорил. Поэтому серии по Black Russia будут выходить 1-2 раза в неделю. Это максимум. То есть я не смогу там каждый день выпускать данный проект, вообще серию по данному проекту, поэтому будем постепенно здесь развиваться и изучать вообще, что находится на данном проекте. Также скоро, по-моему, должно выйти обновление здесь, поэтому вся информация есть в описании под видео, если хотите начать со мной играть. Сегодня вообще о чем будет серия? Сегодня мы посмотрим автосалоны. Почему именно автосалоны? Потому что для меня самое важное в проекте — это именно машины, модельки, поэтому сегодня мы посмотрим вообще, как выглядят машины, приценимся, возможно, будем уже копить на какую-то машину и, в принципе, посмотрим вообще, что из себя представляет автосалон в мобильном КРМП, какие вообще здесь модельки. Поэтому я надеюсь, что вам понравится данная серия. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Так, здесь я вижу волжанку такую заряженную уже на виниле. Такая четенькая машинка вообще. Я бы себе, кстати, такую бы купил. Мне хотя бы любую машину для начала купить, вообще абсолютно любую, чтобы просто передвигаться, потому что я просто бомж. У меня даже до сих пор прав нету, но это я уже вне серии, в принципе, сделаю. Заработаю деньги, сдам на права. Так, ну в основном здесь волжанки, я так понял, видите, продают. Там вот стоит еще какая-то машинка. Это у нас что? Какая-то Honda? Или, блядь, что это за машина? Подождите. Infiniti, во, это Infiniti. Нихера здесь тюнинг крутой, пацаны. Тут даже развал есть на машинах. Вот это круто, кстати. Infiniti такая на фулбатах вообще по красоте. Так, давайте здесь проведемся. Копеечка, в принципе, есть. АК на виниле тоже. Ну, короче, машинки здесь реально прикольные. Ну, давайте именно посмотрим, как это все выглядит в автосалоне. Сейчас посмотрим машины низкого класса, получается. Потом посмотрим машину уже среднего и высокого класса. Так, вот у нас и Запорожец. Стоит он 20 тысяч. В принципе, можно даже тест-драйв пройти. Так, следующая машина АК. Стоит она 30 тысяч. Потом у нас копеечка идет. Волга. Четырочка. Вот четырочка, кстати, охуенная. Я бы себе хотел бы первую машину, четырка хотя бы, как минимум. А, кстати, почему они такие дорогие? Потому что я видел BMW E30 продавали за 200 тысяч или за 300 тысяч. А тут Жигуль стоит всего лишь 200 тысяч. Так, ВАЗ-2105, хотел сказать 15. Так, Volvo у нас здесь есть, 250 тысяч. Приорочка есть. Кстати, вот это необычная приора, я не на всех проектах даже видел, в принципе, в обычной КРМП. Так, BMW M3 E30, 300 тысяч она стоит. Ну, я, конечно, не BMW дрочер, но я бы купил, пацаны. Вы знаете, то, что я люблю BMW. Так, Нива у нас, ебать, Нива дороже, чем BMW, понимаете? Это реально очень жестко. Так, Mazda, вот такая Mazda, кстати, мне нравится. 218 скорость здесь пишется, даже разгон 8 секунд. Так, а разгон у Бэхи сколько? 6 секунд. Вот круто то, что здесь пишется разгон и максимальная скорость. Вот это реально очень классно. Поэтому идем дальше. Так, Mark 2 есть. Разгон, кстати, у него поменьше, чем BMW. Вот морковка, бля, вообще красивая такая, знаете. Прям по кайфу просто. Так, морковочка есть. Mercedes 124. То есть волчок. Разгон 11 секунд. Первое, что мы видим, пацаны, это Nissan Skyline R34. Стоит он 680 тысяч. Разгон 5 секунд. 5,1. Максималка 250. Следующая машина это Audi A4, 750 тысяч. Разгончик у него похуже будет, чем у Skyline. Так, следующая машина это Volkswagen Jetta. Volkswagen Jetta, 850 тысяч. BMW M3 E46. Вот это, кстати, пушечка просто. Вот эту бы я тоже тачку хотел. Да, пацаны, я BMW дрочер, я люблю BMW. Да, мне нравится, я хочу BMW себе. Так, Acura TSX называется машина, но она очень сильно похожа на Honda Accord. Кстати, да, Volkswagen Golf GT. Ну, мне Volkswagen нравится, но не двухдверный, кстати. Вот четырехдверный я бы взял. Хотя, что бы я себе купил, если у меня бабок нету, блядь. Я просто сижу, смотрю машины. Nissan X вообще не нравится. Вот эта Subaru тоже не нравится. Toyota Camry 2018. Ну, такая сексапильная такая малышка, да? Такая чистая тонировочка, заниженная. Мне нравится. 2 миллиона 400. Но цена мне не нравится. Так, Ford Mustang, Mercedes-Benz A45 AMG. Нормальная такая точила тоже. Альфа Ромео Джулия. Бля, вот эта тачка, кстати, я ее в реальной жизни один раз видел. В жизни она такая охуенная. Ну, не охуенная в плане езды, я не знаю. Внешне она очень охуенно выглядит. Я ее в жизни видел у себя в городе. И она выглядит очень классно.
Итак, пацаны, я уже подъехал к автосалону, я перезашел, правда, заходил я не 30 секунд, как до этого, а заходил минут 5, но все-таки зашел. Сейчас посмотрим, что у нас здесь продается вообще, потому что 5-й серак, он новый, ему только неделя, потому что он неделю назад открылся, я был на открытии. Кто не смотрел прошлую серию, можете посмотреть. И сейчас давайте посмотрим, какие здесь вообще машины у нас продаются. Первая тачка, которая нас встречает, это Volvo, но она мне не очень нравится. BMW Z4, о, было бы о, если бы это была старая Z4, новая мне не особо нравится. Поэтому идем дальше, BMW M4 F84. Я, конечно, не любитель M4, но 5 миллионов, конечно, нормальная цена, разгон 4 секунды. Следующая машина Ford Raptor, ну это пиздатая тачка, тут вообще спорить не будем. Я бы хотел себе, кстати, Audi Q7, вообще не нравится эта машина мне. Так, Dodge Demon SRT, вот это реально тема, американский muscle car. И следующая машина это Mercedes C63 Coupe, мне особо она не нравится. Акула получается, Cadillac, Nissan GT-R. 2017 года, вот X67 я бы хотел себе, но я же говорю, пацаны, я BMW дрочер, все успокоились, все нормально, все хорошо. Так, Porsche Panamera, прикольная тачка, Audi RS6, BMW M5 F90, классика, Range Rover. Вот если есть здесь BMW M5 F60, то я просто охренею, реально. Audi, так, i8, Mercedes-Benz GTR, Mercedes-Benz гелик, ну без гелика никуда, на каждом проекте вообще есть гелик, я думаю, КРМП. Так, Ferrari 488, точнее, Aston Martin, Lamborghini Aventador, и все, в принципе. Нет, BMW M5 F60 здесь, к сожалению, нету. Ну что ж, пацаны, вот такое вот было, в принципе, ламповое видео, информативное. Я вам просто показал автосалоны, что какие здесь машины есть, потому что мне это было в первую очередь интересно. В прошлой серии я это не посмотрел, а сегодня я это посмотрел, и, в принципе, я доволен. Мне автопарк проекта, в принципе, нравится. Первая тачка, которую я себе хочу купить, это будет, наверное, Жигуль Семерка. И потом я хочу себе Марк 2. Будем постепенно собирать на него деньги. В принципе, будем работать. Как бы я буду вне серии работать еще по-любому. Вне сериях я буду работать, зарабатывать деньги. Возможно, пацаны, уже в следующей серии я куплю себе машину. Но это, пацаны, не точно. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.